Боевые прицелы от компании «ЭОТЭК» являются флагманом на рынке коллиматоров. Их используют военные и полицейские по всему миру. В данном обзоре мы рассмотрим модель 5.5.2, а точнее ее страйкбольную копию. Хоть оригинал всегда в почете, но не все готовы выложить круглую сумму в долларах, чтобы раздобыть его. Да и запаса прочности этого прицела с лихвой хватит для игры в страйкбол. Материал изготовления копии – качественный анодированный алюминий. Защитное покрытие предохраняет корпус от появления царапин и сколов. Модель 5.5.2 – самая большая и тяжелая в серии. Все из-за использования пальчиковых батареек для питания прицела. С одной стороны, незначительно утяжеляет вес, с другой стороны, такие батарейки легко найти где угодно. Сам батарейный отсек в передней части. Чтобы его открыть, оттягиваем рычаг. Вот наши пальчиковые батарейки. Закрыть также просто. Прицел управляется тремя кнопками. Две кнопки со стрелками включают прицел и переключают его яркость. Кнопка с буквами НВ меняет цвет прицельной метки. Для выключения прицела зажимаем обе кнопки со стрелками. Кнопки, кстати, прорезинены, пальцы не скользят. Сбоку у изделия имеются винты регулировки положения прицельной метки. Для внесения поправок нужны отвертка или тонкая монета. Все же таскают кучу мелочи на страйкбол. Вот тут одна и пригодится. Кстати, для защиты линзы прицела рекомендую купить специальное защитное стекло из поликарбоната или насадку Kill Flash. Прицел устанавливается на универсальную планку Picatinny, имеющуюся почти на любом приводе. А там, где ее нет, всегда спасает переходник. Итак, давайте закрепим прицел на привод. Совсем другой внешний вид, не правда ли? А если еще использовать его не только для красоты, а потренироваться с ним в обращении, то ЭТЭК 5.5.2 значительно повысит боевые возможности вашего привода. С ним вы сможете гораздо быстрее прицелиться при стрельбе навскидку на коротких дистанциях. Ну и плюсом он, конечно же, добавит вашему автомату брутальности и тактикульности. Уж мне ли не знать, что вы хотели не просто скучный привод, а крутую пушку, как у бравых парней из спецназа на фотках.